ульяновских парках проверяют аттракционы. Специалисты проводят подобные проверки круглый год. Все механизмы, дорожки, карусели и машинки должны быть исправны. Не допустить непригодные по технике безопасности развлекательные устройства в работу – задача, которую необходимо решать независимо от погоды или календаря. В этом году следует отметить, что он был тяжелым для представителей индустрии развлечений. Многие собственники, эксплуатанты парков ввели в эксплуатацию свои аттракционы только в конце лета. Поэтому, значит, мы и сейчас пытаемся не упустить возможность и проследить за техническим состоянием каждого аттракциона. Специалисты проверяют техническое состояние аттракционов, соблюдение правил их эксплуатации, наличие аптечек, средств пожаротушения, регистрационные журналы, высоту ограждения. Сотрудники Гостехнадзора работают совместно с представителями администрации парков и районов муниципального образования. Смотрим на все технические параметры аттракционов, как они в движении, звуковые сигналы, если торможение, на стоп, то есть каждый раз включаем днем перед открытием аттракционов. Если вдруг какая-то система не сработает или находится какой-то дефект, его тут же оперативно устраняют. В любом случае аварийный аппарат не эксплуатируется. Ремонтная бригада всегда на работе. Операция «Аттракцион» в Ульяновской области будет проводиться месяц. К настоящему моменту осмотр прошли около 50 единиц техники в трех парках Ульяновска. Проверке подлежат карусели, колеса обозрения, батуты, водные аттракционы, автодромы. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.